В этом районе рейд по выгулу собак проводится уже во второй раз. По словам специалистов, связано это с тем, что весь район завален экскрементами. Владельцы домашних животных должны знать о правилах выгула своих любимцев. При себе необходимо иметь пакет и совок, с помощью которых убирать за своей собакой. Нарушение правил выгула и содержания домашних животных влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1000 рублей. Стоит другой раз и задумываться вообще, о чем люди думают, когда заводят домашних животных. На элементарные вопросы, что нужно иметь и каким образом нужно выводить своих любимых животных. Люди, конечно, понимают, но тем не менее стараются обходить закон стороной.